Ирландские танцы, приобщение к родной культуре, популярная форма времяпровождения в огромной ирландской диаспоре по всему миру. Однако скандал вокруг судейства соревнований по таким танцам всколыхнул общественность и стал темой журналистских расследований. Утверждается, что в CLRG, крупнейшей, старейшей, самой престижной танцевальной организации в мире, есть по меньшей мере дюжина учителей, которые подозреваются в том, что они договаривались со своими учениками, обещая им высокую оценку не за их танец, а за готовность вступить в интимную связь. Эта история попала в заголовки газет от Нью-Йорка до Австралии, повсюду, где есть большие ирландские общины. Скандал вызвал обеспокоенность по поводу репутации ирландских танцев и того, как они будут восприниматься во всем мире. Это действительно серьезно для Ирландии на мировой арене. Здесь звучат очень серьезные обвинения касательно проведения договорных соревнований. И нам действительно нужно сейчас предпринять конкретные действия, чтобы вселить уверенность детей и молодых людей, которые посвятили свою жизнь танцу. Нельзя забывать, что в основе этих обвинений дети. Именно они пострадали. Мы должны гарантировать, что ирландские танцы будут очищены от любой скверны. Руководящий орган по ирландским танцам назначил судью в отставке для расследования утверждения о предполагаемых сексуальных домогательствах в обмен на высокие оценки на соревнованиях. Помимо онлайн-заявления, в котором говорится, что такое поведение недопустимо, он пока отказывается отвечать на запросы СМИ. Это штаб-квартира ирландской танцевальной организации, которая в настоящее время находится в центре скандала. Медиазапросами здесь пока также никто не занимается. Дело находится на стадии расследования, результаты которого призваны определить, ограничится ли оно вмешательством полиции или все будет решаться в ходе судебного процесса.